Это то, что великий педагог Леопольд Моцарт сказал своему сыну Моцарту, маленькому Вольфганту. А ты знаешь, нужно играть так, чтобы ты играл, вот у тебя прикрытая клавиатура, и ты будешь так играть. И положил платок. Я не знаю, какой это был платок, но, во всяком случае, закрыл клавиатуру. А вот папа Дениса, Алексей Мужиков, ему рассказал просто эту историю маленькому мальчику, которому было 6 лет, Дениса. Но он не показал, как это. Денис сел и стал играть. Сейчас вы это увидите. Антракт 15 минут.